Молодец. Хороший, хороший. С каждым днем, Генрих, списки твоих врагов становятся все длиннее и длиннее. Потому что с каждым днем их становится все больше и больше. На. Все изменяют мне. Ну, давай вспомним. На А. Анжуйский. Новый претендент на корону. На Б. Бюсси. Его друг и советчик. На Г. Гизы. Это стая стервятников. А скажите, кого вы записываете, Ваше Величество, на Л? Конечно, сын Люка. Ваше Величество, ну позвольте, мы же вписывали его на букву С. Я впишу этого ничтожного предателя в список на все буквы, которые встречаются в его мерзком имени. А по-моему, велика честь для шалопая, преступление которого состоит только в том, что он сбежал с собственной женой. Нет. Я считаю это государственным преступлением. Ведь он бежал в Анжу, где скрывается мой брат. Неужели ты не понимаешь, что жена это только прикрытие? Он готовит мятеж вместе с моим предателем-братом. Не знаю, Ваше Величество. По-моему, с утра можно было заняться делами и поважнее. Я вас покину на минуточку. По одному маленькому делу. Иди. А вы здесь поваркуете, голубки? Государь, я начинаю чувствовать некоторую признательность к вашему брату, герцогу Анжуйскому. Потрудитесь объяснить, что вы имеете в виду, сударыня. Герцог затеял мятеж, а я заметила, что в моменты опасности вы всегда испытываете особую потребность в моем обществе. Ваше Величество, господин де Сен-Люк. Господин де Сен-Люк? Где? В Париже? В Лувре. Сударыня. Прошу простить, это дела государственной важности. Женщин они не касаются. Да, это дела государственной важности. О, государь, я прошу вас, только не гневайтесь. Где он? В тронном зале. Пошли. Одеваться. Интересно, зачем пожаловал сюда этот негодяй? Сейчас узнаю. Конечно, он прибыл как посол мятежного Анжу, как представитель моего брата. Этот негодяй будет прикрываться мятежом, как охранной грамотой. Сейчас узнаю. А, может быть, он прибыл требовать у меня возвращения прав на свои земли. Сейчас узнаем. Да что ты заладил? Сейчас узнаем, как попугай! Неужели ты думаешь, что меня забавляет отвечать на твои бесконечные вопросы? На вопросы короля ты должен отвечать хоть что-нибудь, кроме как сейчас узнаем. А разве ты хочешь, чтобы я тебе что-нибудь отвечал? Да меня выводят из себя твои глупые предположения. Господин Шико! Что, господин Генрих? Шико, друг мой. Ну зачем ты грубишь мне? Ты же видишь, как я страдаю.
Генрих, сын мой, не страдай. Но все изменяют мне. Ты думаешь, все? Сейчас узнаем. Его Величество, король Франции, Генрих III Валуа. И все-таки вы здесь, сударь. По правде сказать, меня удивляет ваше появление в Лувре. Государь, что до меня, то я удивляюсь лишь одному, как могли вы в этих обстоятельствах не ожидать меня. Что вы хотите этим сказать, сударь? Государь, вашему величеству угрожает опасность. Да, ваше величество, опасность самая настоящая и серьезная. Такая опасность, при которой король нуждается во всех преданных ему людях. Убежденный, что ничья помощь не может быть лишней, я пришел, дабы положить к ногам моего короля предложение своих скромных услуг. Оказывается, я был прав, когда говорил, сейчас узнаю. Сударь, вы только исполнили свой долг. Ибо вы обязаны служить мне. Все подданные короля обязаны.